Теперь насчет космизма несколько слов. Смотрите, все-таки идея какая? Приложена идея активной эволюции, то есть необходимости нового сознательного развития мира, когда человечество направит его в ту сторону, которая диктует высший разум и собственное нравственное чувство. Ну, красиво. Но если по-серьезному, значит, тогда что и мы-то хотим? У нас есть наш главарь, создатель. Он нас ведет. Что мы хотим? Мы хотим это еще продолжить и подтвердить, что мы на правильном пути. Поэтому, конечно, нам диктуют, мы слышим и исправляем себя или познаем себя. Поэтому, в принципе, космизм как идеология ничему нам не противоречит. Абсолютно ничего. Вот, смотрите, здесь даже написано, речь по существу идет о расширении прав сознательно-духовных сил в управлении материей и духом. Ну, о чем мы так говорим? Мы же все время говорим, что да, материя есть, мы ее уважаем, мы ее любим, но дух круче. Он управляет материей, потому что все-таки... вот удивительно, смотрите, руки, ноги, все в гармонии. Кто его управляет? Я? Нет. Вот это сознание, клеточное сознание, четко понимает, что зачем и в какую сторону. Единственное, что я знаю точно, что левая сторона управляет через правую сторону, а правая через левую. Вот это перекрестие, вот эта попытка сразу сделать вот это коромысло равномерное. Поэтому вот и космизм, который так все обсуждают, и даже когда вот обсуждаешь с какими-то людьми там наверху, о, это уже опять экстремизм. Причем здесь экстремизм? Ну, причем здесь экстремизм? Это идея глубокая, очень русская идея, что мы создатели. Чем она плоха? Тем, что тогда надо им пролезть через угольное ушко. Поэтому здесь, конечно, или ты ради, вот тут красиво должно быть, либо ты ради идеи живешь и творишь, либо ты просто, извините, так сказать, нарост какой-то. Люди должны иметь право выбора. Каждый человек должен принять решение. Капитализм или космизм? Это человека отбор. На Вселенной необходимо равнение. Вселенная – равенство. Равенство двух знаков. Русский космизм – выход человечества из тупика. Капитализм ждет соревнования, подходит время исторического для всех мига, когда начнется новое для людей повествование. Капиталистическая Русь, смотрите, не нужна никому, особенно капитализму. Русские скоро поймут, что к чему. Русь вместе с создателем – это космизм. Вот куда я вас и приглашаю. Капитализм и космизм должны соединиться. Без минуса нет и плюса. Наконец, и человечество объединится, начнется активизация нового плюса. Уже понятно, кто поведет другую Россию. Главное – передать людям правду. Русский космизм – это Святой Руси миссия. Она откроет для людей завтра. Русь приняла идею космизма. Шла к коммунизму, пришла к Богу. Не построить без него коммунизм. Русь принесет космизм в итоге. За 2 месяца надо объявить об этом. Святая Русь приняла парадигму. Эксперименты уже подтвердили это. Значит, быть на планете космизм. И мы должны оформить наше присутствие здесь как идеологию космизма. Нашего, национального, потому что для нас главным поводырем является Создатель. Он же наш родитель. И нам отказываться от сотрудничества с ним просто невозможно. Это невозможно и не должно быть такого. Поэтому какая форма? Наши говорили еще давно. Но у них не было такой возможности, у них не было знаний. И не было вот этой нашей идеологии, что, оказывается, посылаем любовь туда, в пространство. Мы формируем себя формируем уже на тонком плане и начинаем управлять миром. Вот они об этом мечтали. А вот такая мечта не могла осуществиться, если были представления другие. Сейчас у нас все с вами должно сложиться.